Всем привет, ребята. Третий планшет на канале. Интересный очень планшет. Это iPad Pro. iPad Air. Третье поколение. Экран 10.5. Экран 10.5. 64 гигабайта, Ростест, официально 2 года гарантии. Так. Покупал на Авито. Так. Планшет. Покупал я, получается, за 17 тысяч рублей. Смотрите, ребята, это, знаете, я когда покупал, даже сам удивился, то, что это не Space Gray. Это, ребята, черный, как бы, вот Space Gray. Вот Space Gray. Этот темнее, черный такой. Но прикольный, как бы мне понравилось. Вот здесь тоже есть серийный номер. Как вообще все получилось? Я, как всегда, позвонил, договорился, встретились. И я подъехал и смотрю. То, что сзади коробки серийный номер, смотрю на сайте и беру планшет. Смотрю по бокам, все в идеале. Все ровно и четко. То, что нет вмятин, царапин. Здесь тоже, как я говорил, есть серийный номер. Потом оставляем, пока посмотрели состояние, оставляем, смотрим, зарядка, блок и то, что есть чек. В чеке тоже смотрим, чтобы серийный номер совпадал. Так, вот, вот здесь пишет модель, вот. Смотрим, что совпадало. Вот этот планшет покупался в сентябре, 15 сентября. Так, как я говорил, покупал за 17 тысяч. Так, включаем. Пока включается, я вам могу даже показать. Знаете, вам вот это белый iPad Pro 10.5. Они абсолютно одинаковые внешне, но прошка лучше. Тут экран, смотрите, вот этот я поворачиваю. И вот этот. Вот. Тут экран 120 Гц. Тут экран лучше. 4 динамика. Вот динамики. И камера, как у iPhone 8. 8. Ну да, iPhone 8. Про этот iPad я расскажу позже. Просто для примера то, что вот Pro как выглядит. У этого планшета экран, я не знаю, 8 или 12 мегапикселей, точно не знаю. И заходим обычно в настройки. Основное об этом устройстве. Все совпадает с коробкой, с чеком. Смотрим звук. Работает камера.
Работает фронталка. Все работает отлично. Что вы думаете, покупал я этот планшет за 17 тысяч рублей?